Адилет Сагынбекулу работает машинистом экскаватора в бишкекском предприятии электрических сетей уже 8 лет. По его словам, обновление автопарка коллектив ждал давно, так как имеющаяся техника уже отслужила свой срок. Теперь, благодаря обновлению, он вводит новые экскаваторы, что значительно облегчает работу и повышает эффективность выполнения задач. Ранее у меня был старый трактор ЮМЗ еще советского производства. Он время от времени подводил, работал медленно. Но с появлением новой техники ситуация изменилась. Теперь, когда нам предоставили новую технику, работать стало намного комфортнее. Наш труд стал производительнее. Кроме того, предприятие получило многофункциональный манипулятор. Эта техника незаменима при установке столбов линий электропередачи или ремонта высоковольтных линий. Эски техника арменеште вагында бралбай, авария болгон жерге жетпей калчыдык. Ранее из-за старой техники мы сталкивались с серьезными проблемами. В случае аварии возникали задержки из-за неисправности машин. Однако с появлением новой техники ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь мы можем выполнять работу вовремя и без проблем. Это особенно важно, так как наша деятельность связана с обеспечением населения электричеством. Мы должны быть в полной готовности в любое время суток. Я уже 25 лет работаю на этом предприятии, и в течение этого времени, только в прошлом году, было проведено масштабное обновление техники. Обновлялась вся техника, в 2023 году. Мы в прошлом году получили бригадные автомашины и спецтехники, которые нам нужны. То есть, если мы раньше вместо этого кранового манипулятора применяли кран и грузовую автомашину, сейчас этот отпадает. В целом, за последние три года для энергетической отрасли приобретена 261 единица спецтехники. Только в прошлом году было закуплено 178 единиц техники. Как отмечают энергетики, новая техника облегчает задачи специалистов в обслуживании сетей и быстро реагировать на аварийные ситуации. А уже в этом году в планах Минэнерго закупить еще более 200 единиц спецтехники. Эрлан Джушалиев, Алмаз Турмамбетов, Алатау 24.